Омская прокуратура проверит семьи, в которых дети пострадали от падения из окон. Происшествия случились в минувший понедельник в домах на 20 лет РКК и Сурикова. В первом случае мать ребенка была в другой комнате и не услышала, что он проснулся. Малыш забрался на подоконник и выпал. Второй несчастный случай произошел несколько часов спустя. Мать четверых детей оставила их дома одних, чтобы написать заявление в полицию на мужчину, который сбил ее. Младшие остались под присмотром 11-летней сестры. Пока она готовила еду, один из ребят выпал из окна второго этажа. Оба пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии. Прокуратура начала проверку обстоятельств произошедшего. Также под контроль попадут действия органов опеки.